Можете, пожалуйста, быстрее говорить? Меня слишком возбуждают мужчины в форме. Ребята, всем здорово. Того и глядишь, да, сейчас станет мокрое сиденье, потому что она слишком возбудилась. Миллион, ну как миллион, образно, конечно, очень много раз в жизни видел такие случаи, когда женщина мимикрирует, там мило улыбается, и с даишниками это было. Сидел на заднем сиденье и прям воочию это все видел, как бы она, там, та, которая была за рулем, она нарушила там кое-какие правила, да. Ее остановил гаишник, прямо она за поворота выезжала, вот. В точь ситуация. Конечно, да, ты не рылась, что она возбуждается, а просто так очень-очень мило улыбалась, там, такая глазки строит. Я не штрафовал ее, нифига, отпустил просто, мы поехали дальше, как бы. Вот и все. Мужчины, конечно же, ведутся на эту мимикрию. Ребят, хорошо это или плохо, я не знаю. Я лишь скажу то, что если человек что-то нарушил, да, его поймал инспектор, нужно за это его наказать, потому что правила дорожного движения, это они написаны кровью практически, да, вот, и вот так вот скачать там за какую-то милую улыбку, тем более уже за какие-то вознаграждения денежные, этого делать нельзя. Вот, конечно, кроме тех случаев, когда инспектор может просто ограничиться просто предупреждением, да, если ему это позволяют правила. Пишите, были ли у вас такие случаи,